Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходила в погоню. Человек в телогрейке или просто зеркало. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь, мне хотя бы разок перед смертью взглянуть на тебя бы, сынок. Потеряла покой, все одно, как ты там. Неужели с тобой уж не свидится нам? Я примчалась к тебе, да подняться не в мочь. И на дерзкий побег он пошел в ту же ночь. В небо взмыла ракета и упала за реку, ночь опять проглотила очертания тайги, а из леса навстречу беглецу человеку вышел волк одиночку и оскалил клыки. Человек вынул нож, серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли бой затевать смертный нам? Слышишь лай, кто за мной? Псы идут по пятам. Я ведь тоже, как зверь, в угол загнан людьми. А раз так, что теперь нам делить, черт возьми? Видишь, сам Бог не дал ни тебе и ни мне. Волк еще постоял и растаял во тьме. Рвали повод собаки, кровь сдирая ладони, след петлял и терялся, словно была бурда по белому снегу, уходила в погони. Человек в телогрейке или просто река. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бойче шагал. 10 суток цена, кто назначил ее? Вот мелькнула спина и поднялось цевьё, сухо щелкнул затвор, оглянулся зыка. Сука, выдохнул он и взглянул в облака, а вверху пустота, лишь вдали по кривой Покатилась звезда, словно в отпуск домой. Снег расплавили гильзы, истекал и кровью. Человек в телогрейке, безымянный зыка, далеко-далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографии.